Участие в муниципальном этапе всероссийского смотра конкурса школьных музеев боевой и трудовой славы, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приняли 8 общеобразовательных школ округа. Итоги конкурса подвели в Щелковском историко-краеведческом музее. В экспозициях представлены газетные и журнальные материалы, документы и вещи, рассказывающие об участии щелковцев в боевых операциях во время войны, а также о работе в тылу. Экспонаты для музея собирали учащиеся, их родители, а также выпускники школ. Большое участие в проведении конкурса приняли активисты Совета ветеранов городского округа при поддержке местной администрации. Мало того, что мы вот сейчас, это поколение вам благодарны за то, что существуют эти музеи, существуют такие вот подобранные экспонаты, вам точно благодарны. Люди, которые погибли, отдали свою жизнь. Отдали жизнь в прошлом за то, чтобы мы жили сейчас, за наше будущее. На подведении итогов присутствовал участник Великой Отечественной войны Петр Константинович Византийский. От имени и по поручению людей старшего поколения, которые не смогли прийти и лично поблагодарить создателей школьных музеев, выступил председатель Совета ветеранов городского округа Борис Дудик. Более 600 человек наших щелковцев в один момент приняли участие однополчинцы в защите нашего прекрасного города Москвы, столицы нашей Родины. Поэтому не смогли они присутствовать сегодня, поэтому я вам от них передаю искренний привет. Музейные экспозиции оценивала конкурсная комиссия. Первое место было присуждено музею Монинской школы имени Красовского, второе – музею третьей школы. Третье разделили между собой вторая и двенадцатая школы. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.